Итак, всем привет, с вами ТопГ, мы продолжаем играть в Кайзер Райх за Германию, бороться со всеми внутренними нашими проблемами, позже будем бороться с внешними. Если вы еще вдруг не подписаны, ребят, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем нашу борьбу. Поехали. Я, кстати говоря, подумал про вот эту вот вещь, как эта механика работает, и, видимо, сейчас мы сами ударим. Нам нужно, у нас 80 организаций, нам нужно хотя бы 30, чтобы успешно дальше оперировать. Так что идем мы сюда, я думаю, не зря. Здесь еще плюс политику получим, плюс стабильность. И если бы мы, видимо, играли за вот эту вот национальную позицию, то есть за правых, мы, наверное, были бы в такой же механике, только с другой стороны. Так что, наверное, все мы делаем правильно. Смотрите, если мы нажмем эту кнопку, я так понимаю, они перестанут быть активными. Мы потратим это немножко организации, но она у нас есть. Давайте так и сделаем. И мы нанесем им удар, я так понимаю, да. Вот модификатор исправим. На это потратим 10 еще организаций. Меня это устроит. Потихоньку мы будем бороться с этим параличом правительства, с этой чертовой оппозицией этих чертовых консерваторов. И у нас проблемы в нашем фронте. Ну, потратим мы политку и организацию, да. И нам теперь нужно получить политку. Поэтому можно пойти вот туда направо. Можем еще вот сюда пойти за политкой на дистанцию. И, наверное, было бы правильно сюда и пойти. Поэтому я так и сделаю. Ну что ж, давайте отправляем наших добровольцев в Америку. Вернулась наша армия, отправляем туда 2 авиакрыла и 4 дивизии, как обычно. Куба хочет присоединиться к Рейхспакту, берем. Ну, смотрите, какие-то диссиденты из Британии к нам приходят, которые будут нам помогать. Не очень понял почему, но допустим. И в Америке начинаем нашу кампанию по дужке противников Америки, которую мы выбрали. Ну, по идее, выбрали. То есть мы выбрали легитимно избранное правительство, в общем-то. И нас зовут в войну против Инсулинди. Ну, пока что мы добровольцами воюем в Америке и никуда посылать нашу обычную армию не будем. И нас вот это вот остановит. И смотрите-ка, что это такое. Автобан. За то, что мы национализируем. Мы получаем себе кап и еще скорость постройки железных дорог. Плевать на скорость постройки, но кап — это сумасшедшая цифра. Ага, ну это на 90%. То есть мы, короче, на 90 дней точнее. То есть мы каждый раз нажимаем, получаем 10 капа, пока мы, я так понимаю, национализируем ее. А потом проходит и восстанавливается старая идея. И мы можем только ее продлевать. Блин, это все прикольно. Жаль, что ненадолго. Ну ладно, 10 капов всегда полезно, хоть и временно. Пока что политки пока на это нету. Политка у нас сугубо сейчас под решение. И начинаем пересмотр конституции. Империя наконец станет по-настоящему демократической. Мы можем обратить фокус только до конца Вельдкрига. Понял, принял. И будем закачивать, пока все не добьем. Ну и у нас есть чуть-чуть политки. Давайте немножко и с аграрными ребятами тоже надо разбираться. Давайте сделаем этот фокус. Наверное, тоже на что-то должен влиять. Вот видите, с параличом мы немножко справились. Можем теперь его сделать. Может, он нам и в этой борьбе поможет. И плюс написано, что это будет еще что-то потом. Давайте посмотрим. Ну и с нашей помощью здесь просто разрыв. Без проблемы побеждаем этих вот повстанцев. О, можно в Польше в выборы, да, повлиять на них. Так вот, секретненько, незаметно. Но нет, мы верим в демократию, поэтому пускай поляки сами решают, с кем они будут. Решать неправильно, мы им, конечно, поможем потом передумать. Но пускай решают. И вот оно. Полностью от лордов отходим. Один человек, один голос. Равные. Либо просто в нижнем доме только пытаемся это пропушить. Ну, давайте попробуем средний вариант, наверное. И чуть-чуть мы смогли пропушить что-то, но совсем мало. И как будто бесполезный фокус в итоге. Ну ладно, поверим, что что-то он даст нам потом. Можем сделать вот это. Плюс политка и минус ТНП. Конституция Вильгельмины, поехали. А тут еще потом дополнительные бафы. И там бафы, и там бафы. И тут бафы, и там какие-то тоже бафы, как будто. Прекрасно. Едем сюда. О, и в ДВЛП у нас раскол. Это прекрасно. Это действительно прекрасно. Мы побеждаем. И Нидерланды покидают Миттель Европу. Там произошла революция, и они стали чертовыми тоталистами. Такого мы не можем терпеть. К минимуму я отправляю сразу армию к границам.
Максимум придется нам вмешаться, действительно. Потому что это радикалы. Радикалов мы не можем позволить. Мы не можем позволить радикалам быть под нашей границей, но они уже в интернационале, а значит, вряд ли что-то мы сделаем сейчас. Оппозиция побеждает в польских выборах. Кто-то с выборами там говорят, но они все еще наша марионетка, если так, то нас это устроит. Вторая прусская интервенция. Мы можем отправить вообще солдат? Но видите, они уже в интернационале, наверное, не стоят прям так. Отправим агентов. И так, в Гаити там у нас что-то происходит хорошее, но это не так интересно. Ну раз у нас есть микромомент, давайте все-таки опыт, еще один фокус возьмем. Хочется его все-таки получать, начать нормально. Ой, нас говорят, у нас тут напряженности. Да без проблем, хотите экшена, мы вам дадим. Мы и так надавали экшен, так что вы не жалуетесь вроде. Ирландия покидает Middle Europe. Вот это, кстати, неприятно сейчас было. Действительно. Они переходят в Антанту. Это очень грустно. Ой, вот такие вот ивентики нас иногда спасают прямо. Дают плюс бафы. И что мы хотим? Дальше стабильность немножечко вернуть. Трой, скажем так. Видите, тут если какие-то десижены мы комбинируем с другими десижены, мы получаем бонусы. Можем себе позвать аграрных либералов. Это хорошо. Ну что, я думаю, мы добьем все эти десижены, чтобы получить максимум эффекта. А вот и победили первых повстанцев. Прекрасно. Остается лишь победить коммунистов. Но, я думаю, не составит у нас большого труда. У нас есть танки, а у них нет. И можем взять воензавод, либо скидочку на производство. И берем, конечно, скидочку на производство. И смотрите-ка, есть какие-то у них порядки, беспокойства в этом фронте Брюншвейга. А вот в чем проблема. У них цели начали слишком сильно не совпадать, и они начали ругаться, грубо говоря. И это наш шанс? Думаю, да. И дальше мы идем по фокусам вот этим политическим, которые нам нужны для лейта. Плюс, в общем-то, 10 политки. Чем раньше возьмем, тем больше успеем за это получить время, все. И у нас, смотрите-ка, небольшая ультраправая партия под вот этими двумя ребятами немножечко стала бузить. Они были крайне агрессивны, и они начали сейчас финальный свой план исполнять. Немецкие национал-популисты провоцировали контрпротест нашего демократического фронта, агрессию, и полиция получила первые избиениях и разбитых окнах в еврейских магазинах, и камни кидали. Я думаю, нам нужно их сразу же арестовать. Ну и все. Я так понимаю, мы победили. Заканчивается восстание этих самых служащих. Удаляем полностью всю эту миссию, удаляем всю эту механику. Прекрасно. Мы победили. Осталось победить аграрную партию и позвать ее к себе. Я думаю, пора сделать этот вот фокус. Продает нам Хотя подождите, он все равно не пропустится, как я понимаю. Так что нанимаем все советника на постройку военных заводов. И эти самые военные заводы мы сейчас активно строим. Нет, в Лондоне. Обещать британцам последовать дело или это фарс? И говорят, что, мол, леваки тут у нас поддерживают каких-то наших оппозиционеров. И должны мы теперь... Короче, должны мы пойти на поводу у британцев, либо сказать британцы... Пейте пиво, гуляйте. Да. Если мы не станем молотом, то мы станем наковальней. Все верно. Мы Германия. Вообще британцы хотят от нас. И да, комитет Брюншвейга вот этот вот закрылся. No country for this old man. Эх, неплохая ссылка к фильму. И стабильность, и минус популярность этих старых устаревших партий. Стал демократы на коне. Итак, делаем следующее решение. Плюс стабильность, плюс популярность партии и немножечко слотов. Окей. И интересный момент, у нас тут предлагают декриминализовать гейство. А ладно, демократия без гейства это не демократия, поэтому окей, окей. И дальше нажимаем на зеленых тут. Получаем за это, кстати говоря, неплохие бафы. Теперь у нас плюс политка, плюс стабильность. И приглашаем аграрных либералов к нам в коалицию, шикарно. Единственное, конечно, центром как будто ливнуть скоро может, но нормально. У нас вообще популярность очень высокая. В теории мы могли бы сами, наверное, соло контролировать уже скоро. Надеюсь. А еще у нас есть достаточно сил, точнее командных очков, чтобы в Литву отправить полицию. Давайте так и сделаем. Видимо, у них там проблемы те самые. И мы можем
отправить в Польшу поддержку монарху? Ну нет, у нас политика пока занята на другие кнопки. А в Америке мы тут очень-очень успешно добиваем окружение. И, в принципе, можем отправить еще помощь вот в эту Америку, это даст нам опыт. Опыта не хватает всегда. А еще давайте возьмем себе опыт и слот исследований. У нас экшен пока что от нас не требуется, еще 106 дней. Можно спокойно взять этот фокус, а потом какой-то фокус с экшеном. Ой, тут какие-то расследования говорят, что сигареты там делали у нас очень нечестно. Ну ладно, смотрите, сколько добровольцев мы тут поокружаем. Это невероятно приятно, однозначно. Стане в Польше, огромное протесты против короля. Конечно, мы отправим туда поддержку. Они не сместят нашего ставленника. И расширяем наш... Компания по расширению жилья. Продает нам бафы. И, видимо, там еще какое-то решение будет дополнительное. И Рейхспакт входит в Польшу, скажем так. Еще одно польское восстание уничтожено. И Польша становится оккупированным марионеткой нашей. И... У нас германско-польское... Нет, это не оно. Это у Польши, да, верно, появляется. Операция. Да. Германско-польская экономическая интеграция. Минус НП плюс фактор отпут. Но они нам отдают промку. И трейд. Побольше. Зато у них есть скидки на все механизированное и моторизованное. Окей. Нам это в любом случае устраивает. Мы получили себе буст по фабрикам. Мы можем попробовать... улучшить отношения с Францией. Ну, давайте так. Две степенности дают, почему бы не нажать. И конференция в Берне. Смотрите, уже небольшая победа, что мы все согласились встретиться на мирных условиях в Берне, в Швейцарии. И мы договорились о том, что мы не будем с Антантой сотрудничать, а они не будут в наши всякие социалистические организации вмешиваться, поддерживать каких-то повстанцев. И да, окей. Достигли мы договоренности, невероятно разумные для них. Мало кто верит, что они продлятся долго, но мы договорились пока что. И у нас есть политика мобилизовать нашу экономику, и это, конечно, стоило давно сделать, но политики не было до этого. Тратили мы всю политику на прекрасные механики Германии. А теперь есть, поэтому мы начинаем мобилизовать экономику и начинаем еще жестче строить военные заводы. О, инвестиции в Панаму, которые дают нам политику, это нам надо. Националисты сделали переворот в Украине. Это Украинская национальная республика. Почему мы даже ему доверились? Смотрите, мы должны им немножко экономический статус-кво сделать. Либо строгие гарантии. Надо строгие гарантии обязательно. Смотрите, они предлагают нам выгодные какие-то другие условия и полной компенсации при выкупе территории. Да, они хотят выглядеть, как будто они продают всю нашу страну Германии. В чем они, собственно говоря, прошлое правительство. И мы можем сказать нет, и Австрия может им предложить лучшие условия, либо согласиться. Давайте все-таки попробуем согласиться, посмотрим, к чему это приведет. И вот у нас германско-украинский договор. Они присоединяются к нам в исследованиях, в Рейхспакт. И небольшие, средние германские экономические привилегии. Минус политика, плюс ресурсы, плюс скоростроительство, и нам они дают 5% своей промки. Ну, допустим. Еще они отсюда, наверное, что-то дают нам. По крайней мере, по трейду, да. Окей. И Гёринга в каком-то скандале заметили, и национал популизм еще теряет больше популярности, мы получаем стабильность. Прекрасно. И мы узнали о делении атома, Эврика. Прекрасно. И наша программа... Жилья начинается. В серии есть решение. Давайте-ка его изучим. Вот оно. И мы, получается, повышаем уровень стейтов и повышаем им количество слотов. Что не так сильно, но в целом, допустим, приятно, потому что, наверное, да, они, наверное, рано или поздно бы кончились у нас в Германии. Ну, я думаю, пора бы нам полностью разобраться с опытом нашим. Очень-очень нам его не хватает. Поэтому давайте идем вот сюда, в реформу армии. Там османы воюют и побеждают. Я думаю, справятся они без наших добровольцев. Вот здесь, наверное, стоило бы поддержать вот эту Грецию. Но они тоже будут не на нашей стороне, так что плевать на самом деле. И будущая украинская демократия, я так понимаю, украинская демократия, все. И мы строим цифку по Метель Европе, окей.
любом случае, промка у нас очень уверенно сейчас поднимается, будет подниматься еще увереннее, как мы домобилизуем нашу экономику. Ну и по нашим соперникам видно, что мы, скорее всего, сможем сразу наступать на два фронта без проблем. И современному нам требуется временная армия. У нас появляются новые решения, которые нам будут открывать фокусы. Прекрасно, на самом деле. Другой вопрос, что нам не так много нужно, нам нужно просто вот до сюда дойти прямо сейчас, по крайней мере. Так что давайте, нет, не с этого, вот с этого. Поехали. О, смотрите-ка, готовность к войне. Есть уже угроза войны. Экономический кризис подготовил нас сделал нас не готовыми к любой войне. И если начнется война, то мы очень-очень будем страдать. Теперь у нас есть новые какие-то решения. Готовность к войне или что? Фокусы? Непонятно. Астролазия, что там climate у нас. Реально ужас. И центральное командование нужно для современной войны. Это правда. Давайте начнем действие делать. О, можно командные очки потратить на опыт военный. Это мне нужно. И вот, смотрите-ка, сделать мы должны кучу фокусов. Окей, 5 decision в industrial проектах мы должны сделать. Допустим. Сделать фокус industrial work network и одно из двух. Rifle testing, либо self-propelled artillery. Окей. То есть это вот этот, либо вот этот. Окей. И у нас еще есть demand for action. Давайте, раз у нас есть этот demand, сделаем этот фокус, который даст нам и output. Нет, подождите, этот не даст нам акшена. Что нам даст акшен? Нам даст акшен стабильность. Давайте поэтому сделаем стабильность. А еще строим в Берлине 3 вот таких орудия, потому что можем. ФП хочет помощь от нас военные. Да, без проблем. Если это даст нам союзника, действительно без проблем. А мы идем по фокусам, которые нам нужны для того самого акта готовности к войне. И накопили мы политку теперь на советника на опыт армии. Но теперь должно стать вообще достаточно комфортно. И помощь Марокко тоже отправляем. У нас есть новый экономический план. Я этот фокус сделал. Получил еще экшен время. Это у нас уже есть. Теперь добиваем фокусы, которые нам нужны для непосредственно... Так. Ну, вот это сначала. Для того самого акта. И нам нужно из экономики еще сделать 4 кнопки. 5, точнее, кнопок из industrial projects. И, видимо, это будут все слоты. Увы. Ой, мы можем... Да, мы можем развивать планы, если назначим за 0 политки. Кайф. Ой, подождите, у нас уже... Мы до этого, видимо, тоже какие-то кнопки нажимали. А, да, мы 4 кнопки там нажали до этого, господи. Мы могли не нажимать это все, потому что это, ну, это выезд политки, пока у нас слоты есть. И мы готовы. Прелесть 150 политки. Ладно, мы камбэкнули политку немножко, так что не так стыдно. И здесь мы ставим все вот этого парня. 15 ресурсов, 10 капа и 10 скорости исследования промки. Шикарный, на самом деле, концерн. Шикарный. У нас кап уже 120%, господи, сколько же мы делаем танков. Они, конечно, не самые хорошие пока еще, но мы идем к этому. И самолеты у нас тоже тяжелые делаются, конечно, потому что, ну, экономика у нас будет безумно, у нас уже безумная немножко. И почему бы тогда вот это не сделать? На 90 дней мы получаем все кап. Почему бы нет? Почему бы нет? Но, видимо, как закончится. И нужно немножко центру дать лояльности, потому что сейчас какой-нибудь один неудачный ивент, и они отпадутся из коалиции. А если они пропадут из коалиции, черт знает, что там будет. А также отправляем американцам некоторую, скажем так, помощь. Можем еще им даже танков закинуть. Главное, чтобы они потом против нас не зашли. Это было бы забавно и неловко, я бы так сказал. Окей, я думаю, хватит, потихоньку доезжают. Начнем работать вот этим. Вот этими решениями. А, можно еще и тем более по одному только нажимать. Так что да, нужно их все нажать, чтобы какой-то план выполнить очень крутой. Ну и что, давайте феминизмом займемся. Плюс 5 населения для нашей армии, это хорошо. И 10 капа, это просто шикарно. Господи, я как будто в шизу зашел. У нас какие-то гигантские бафы тут. Беру довольный, делаю миллион винтовок с 8 заводов. Нормально. И нас просят вернуть череп. Давайте, хорошо. Мы демократическая Германия, мы верим в нормализацию отношений. И пока мы тут занимаемся Америкой, начинается очередная война в Китае с Японией. И, кстати говоря, они очень хорошо интегрируются с нашей Германской Азией, которая все еще воюет с Индокитаем. Надеюсь, побеждают. Возможно, стоит им тоже позакинуть поддержку, у нас благо
хватает складов, авиации тоже теперь очень много танков. Просто посмотрите на это число танков, господи, как же мы их производим. И будем производить еще больше, и самое главное, будем производить еще лучшие танки, как мы их доисследуем. Мы ко всему этому идем. Как говорится, к войне мы будем готовы вовремя. Ну а с вами был Топгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дискорд, пусть все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.